первый представитель Республики Невада Кулака! И прежде чем мы к этому перейдем, я скажу вам, что друг и товарищ, у которого шаман остается здесь в гостях, пока приезжает на бои, умер сегодня с утра. И он весь день просидел в милиции, давая показания, и прямо оттуда после смерти друга приехал сюда, чтобы закатить этот поединок. И я хочу, чтобы вы встали и поаплодировали этому бою, и шаману, и Коле за этот тулинский дух и силу характера обоих парней.